купальный сезон закончен, а это значит, что пора наводить порядок на берегах водоемов, там, где балаковцы отдыхали все лето. И если за городскими пляжами ухаживают коммунальные службы, то некоторые места рискуют так и остаться неубранными, потому что считаются неофициальными. Одно из таких мест – берег реки Балаковки. Летом здесь яблоку негде упасть, потому что вода теплая, пляж песчаный, а место живописное. Река Балаковка – любимое место отдыха наших горожан. Они приходят сюда позагорать, искупаться, и следы их пребывания мы, к сожалению, видим с вами невооруженным глазом. Ну что ж, мы призываем навести порядок в этом месте и сделать чистым берег реки, который стал истоком для нашего города. И поэтому неудивительно, что на этот раз волонтеры отправились на пляж Балаковки, а собрались команды добровольцев «Чистюль» в рамках эколого-благотворительной акции «Оберегай», которую уже в 15-й раз проводит Саратовская ГЭС. Берег Балаковки волонтеры приводят в порядок не впервые, здесь прошло уже 4 акции, потому что место для всех горожан очень значимое. Весной, когда поднимается паводок, вода забирает с собой весь мусор, оставленный балаковцами в предыдущий купальный сезон. Именно поэтому и нельзя допускать, чтобы отходы человеческого отдыха попадали водоем. А ведь в кустах чего только не оставляют нерадивые отдыхающие. Приносят шины, какие-то одежды, технические устройства, колонки приносили, провода разные. Выдаются купоны по одному, но за какие-то крупные предметы мы выдаем по два. За мешок мусора один купон, который можно обменять на сувениры от Саратовской ГЭС. Значки, блокноты, ручки, светоотражающие браслеты, термокружки, наушники, беспроводные колонки. И чем больше купонов, тем лучше подарки. Необычные находки тоже поощрялись. Поэтому и старались ребята, искали в прибрежной полосе то, что осталось после отдыха горожан. Здесь очень хороший пляж и можно купаться. Но тут очень много мусора. Стеклянные бутылки более всего находил. Также коробки от сигарет. И все, наверное. Ну, салфеток очень много. Ничего необычного, кроме стеклянных бутылок от пива, от алкогольных напитков, да. В основном бумаги туалетные, салфеточки, вот все вот это вот, от женской гигиены, мужской и так далее. 243 мешка мусора – таков результат труда 22 команд, которые приняли участие в акции «Оберегай». Ковер, разобранный кухонный шкаф, автомобильные шины – такими были самые необычные находки. Отметили также самых юных участников – 6-летних малышей из центра «Ровесник» и самую опытную участницу серебряного волонтера Равзу Абушаеву. Но кто же стал победителем в этом году? 27 мешков! И это самый большой результат! Сегодня собрала школа номер 7. Переходящий кубок победителям вручила команда клуба «Чайка», которая стала лучшей в прошлом году. Но на этом акция «Оберегай» не закончилась. Ребята станут также участниками фотоконкурса. За лучшие снимки пройдет голосование на сайте акции. И за победу в номинациях «Лучшая команда», «Самый красивый уголок природы», «Селфи «Оберегай» авторы получат призы от компании «Русгидро».